Здравствуйте, дорогие зрители. Каждый день мы прощаемся с известными людьми. Умер народный артист России, советский и российский сценарист, режиссер и киноактер Виктор Мерешко. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Он скончался в Санкт-Петербурге 30 января на 85-м году жизни. Дочь кинодеятеля Марии уточнил, что причиной смерти стали осложнения после коронавируса. По ее словам, режиссер заболел в декабре и плохо переносил заболевание. На КТ 10 января выяснилось, что одно легкое Мерешко поражено на 90%, а второе аж на 95%. После этого его положили в реанимацию. Врачи смогли стабилизировать состояние артиста и частично очистить легкие. Однако у режиссера появились осложнения. Ему провели операцию. Через неделю он умер. При этом в день смерти он кричал, что устал болеть, и умолял перевести его в обычную палату из реанимации. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве рядом с женой.